Лучшие НПО чествовали сегодня в столице. Всего денежные премии, это больше миллиона тенге, получили 63 неправительственные организации. Показателем их работы стал вклад в решение таких социальных задач, как поддержка инвалидов, многодетных матерей, лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, члены общественных движений активно помогают женщинам, пострадавшим от бытового насилия. Активно консультируют и решают проблемы психически больных казахстанцев и людей с ВИЧ-инфекцией. А также продвигают образовательные и спортивные программы. Напомню, всего в Казахстане официально зарегистрировано больше 20 тысяч неправительственных организаций. Именно вы знаете проблему и каждый день с ней сталкиваетесь. Вы должны именно нам, государственным органам, говорить, что и как исправлять ту или иную ситуацию. Вы именно должны приходить и говорить, что да, нам необходимо вот такое постановление, нам необходимо наоборот это постановление отменить или наоборот принять. В этом году мы обеспечили 25 человек работой, решаем их проблемы, занимаемся юридическим вопросом, содействуем, подсказываем, как надо выйти из ситуации, чтобы человек, у него было желание жить на земле.